Всем привет, дорогие друзья, с вами Паватайр, и сегодня я снимаю видео про игру Дока 2. Что такое Дока 2? Дока 2 это игра, где ты убиваешь зомби или ты сам есть зомби. Давайте выберем режим бесконечные кишки, в котором я должен сам убивать зомби. Я заработал штраф 2 рубля. Я умер, дорогие друзья. Бой начинается. Советские плакаты. Только 2 трэш. Здесь, я думаю, можно треть оружия делать. 500 рублей стоит товар. Блять. Надо как-то попробовать заработать. То есть ситуация в целом может быть более изощренная. По идее, я могу сам изготовить бомбу. Я хочу сейчас сделать спрей. Специальное оружие. Отдача трей. Давайте уничтожение трейки. Давайте теперь я сам стану зомби. Приготовьтесь вытаскивать кишки. Теперь я нападаю на обычных людей. Но правда, обычные люди себя ведут тоже очень культурно. Так, тут можно прицеливаться руками. А, Дока 2 трейд закрыт для зомби. Очень жалко. Ну что ж такое, дорогие друзья? Прошу прощения, но я мертв. Что? Не может быть. Дорогие друзья, я просто в шоке. Это новая игра Дока 2. Меня очень сильно обрадовало. Всем спасибо за видео. Всем пока.